Сразу 8 автомобилей пострадали в результате аварии у Карповского моста. У многотонной фуры отказали тормоза, и неуправляемый грузовик пронесся по дороге. На обочину он уйти не смог и вылетел на встречную полосу. Все это попало в камеру видеорегистратора. Я вот стоял в левом ряду и помню только вот удар и потащил меня вот на сзади стоящий автомобиль. Я прям помню часть вот его, этого автомобиля. И все, только вот столб упал, провода, я вышел и вроде нормально. У вас какая машина ваша? Вот, только одна дверь там осталась, а так-то все, больше ничего не осталось. Это со всех чего? Сторон. Бог спас. Больше ничего сказать. Всех больше пострадала «Волга». Она стояла прямо перед ним. 8 автомобилей вообще, все. «Волга», «Газель», вот моя, и вот «Митсубиси», и он. Его вытаскивали полчаса, наверное, МЧСники. Кто-то из его друзей сказал, что у него грудная клетка, что-то у него там повреждено, и ноги. Его загрузили в скорую и увезли. Сказали, тормоза отказали, потому что за ним ехал мужчина на такси. И он видел, как он пытался завалить фуру на обочину. Вправо кидало его. Вот, но не успел. Видимо, там стояли пассажиры, то есть на остановке люди. И он решил, что лучше поедет сюда. Удачно он, то есть, как бы сказать, припарковался. Ну, большой ущерб материальный. Все оборудование сломано, опоры все побиты. Хорошо еще дом не пострадал. Чудо! Что нет жертв, все свыше.